بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Пятый столб ислама – الحج, паломничество в Мекку. Является обязательным фардом для мусульман, как сказал Всевышний Субханаху ва Тааля: «Валиллахи аля ан-наси хаджул байт ман истатаа илайхи сабила, ва ман кафара фа инна Аллаха ганийюн анил аламин». Поистине Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля приказывает людям совершать паломничество в Мекку, у кого есть на это возможность. Имеется в виду возможность физическая, то есть он не больной, и материальная, то есть возможность купить билет, поехать в Мекку, совершить хадж. А то, кто отказывается от этого, отворачивается, не совершает то, что Аллах не нуждается в нем. Аллах богат от всех миров. И также в хадисе, который мы ранее упомянули, то, что ислам опирается на 5 столпах, и 5-й столб именно ислама – аль-хадж, именно совершить паломничество в Мекку, является обязательным обрядом один раз в жизни. Мусульманин должен совершать хадж. А если больше этого совершает, то ему идет дополнительная награда. Как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, «Аль-хаджу марра» – хадж совершается один раз. «Фамен зада фахуа татавва» – а то, кто больше совершает, это для него как дополнительное благое дело. «Татавва» – то есть дополнение к его хаджу, то есть дополнительное благое деяние перед Всевышним Аллахом, субхану ва тааля. وَيَسْتَحَبُّ تِكْرَارُ كُلِّ خَمْسِ أَعْوَامٍ. И также является желательным, у кого есть возможность, каждые 5 лет совершать хадж. Поэтому, альхамдулилля, это великая милость Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, тот человек, который первый раз поехал на хадж, и он постоянно хочет туда возвращаться, потому что из дуа Ибрахима, алейхиссалям, где он делал дуа, и сказал в своем дуа, попросил Аллаха, субхану ва тааля, «Фаджаль афидатам минан нази тахву илейхим». Сделай так, чтобы сердца людей скучали по этой местности, по Каабе, чтобы они хотели вернуться туда. Также хадж можно совершить за человека, который не совершал хадж и умер, или больной, который не может сам совершить. Например, у него постоянно он инвалид, не может совершить хадж, за него может совершить его близкий, его родственник, при условии, если он уже сам за себя сделал хадж. Как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, «Худжа ан абик ва атамир». Когда спросили у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, «Инна аби шейхун кабир, ла йастати аль-хадж ва ля-умра». То есть мой отец, о посланник Аллаха, уже старик, не может совершить ни хадж, ни умру. Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: сделай за своего отца хадж и сделай за него умру. Мудрость хаджа заключается в том, то, что Аллах, субхану ва тааля, очищает от всех грехов того, кто совершил паломничество. Если мы говорили до этого про пост, то, что он, альхамдулилля, кто постится с иманом, с верой, намерением, чтобы Аллах, субхану ва тааля, его простил, Аллах прощает его прегрешения, но не прощает его большие грехи. А хадж стирает все грехи, как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, «Мен хаджа хаза аль-байт, фалам йарфус, валам йафсик, хараджа мин зунубихи ка йаум вуладатихи умму». Тот, кто совершил хадж, и в этот момент он не совершал грехи во время хаджа и не спорил, то возвращается домой, подобно как новорожденному ребенку, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе достоверном, который приводит имам Бухари и Муслим. Хотелось бы рассказать, убрать книгу, убрать некие записи и рассказать вам своими словами про хадж, и потом уже вернуться в некие сунан, именно желательные действия во время хаджа, столпы хаджа, обязательные действия во время хаджа. То есть я буду говорить это, иншаллах, своими словами. Так, я думаю, будет, иншаллах, для вам интереснее. Я сам, альхамдулилля, каждый год, по милости Аллаха, субхану ва тааля, стараюсь ездить на хадж. И со мной группа примерно 150 человек ежегодно бывает, альхамдулилля. Являюсь имамом во время паломничества хаджа. Человек благовременно должен позаботиться о том, чтобы совершить хадж. На нем не должны быть долги. Должен раздать долги, вернуть долги. Альхамдулилля, может быть, даже попрощаться с родственниками. Вдруг он не вернется уже оттуда. Потому что раньше, когда сахабы, когда праведники выходили в этот путь, то они прощались. То есть как будто он же уходит из этой жизни. Хадж совершается в месяц Дзуль-Хиджа. Если взять месяц Рамадан, заканчивается, после этого начинается месяц Шаваль, после месяца Шаваля Дзуль-Каля, потом Дзуль-Хиджа. Основной день хаджа, это начинается 5 дней хаджа. Но бывает такое, то, что люди уезжают там на месяц, кто-то на 2 недели, на 10 дней. Самое короткое бывает, как которая, вот я знаю, компания на 10 дней уезжает. Бывает там на 2 недели уезжает, на месяц. Но основной хадж, он длится всего лишь 5 дней. Первое, это что прилетает на хадж. Бывает 3 вида хаджа. Хадж аль-Киран, хадж аль-Таматту, хадж аль-Ифрат. Хадж аль-Ифрат, это когда человек совершает только хадж без умры. Хадж Киран, то, что совершал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, совершает умру, не снимая ихрам. То есть сейчас мы это все поясним, что такое ихрам.
И в храме остается до хаджа, до дня хаджа, и в этом же храме дальше как бы совершает хадж, с собой привозит жертвоприношение. И самое основное, которое делают в основном на сегодняшний день распространен, потом мы поясним разницу между этими хаджами, это хадж ат-таматту. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, «Ат-таматту хайру лакум ин кунтум таалямун», для вас самый лучший – это хадж. Таматту переводится как наслаждение. В чем же наслаждение? Человек обязан совершить мусульманин в своей жизни, если у него есть возможность, один раз в жизни минимум умру и один раз в жизни хадж. Первый день хаджа начинается 8-й день месяца Дуль-Хиджа. Заблаговременно прилетает мусульманин, альхамдулиллах, в аэропорт Джидды или в Медину вначале приезжает, потом уезжает из Медины в Мекку. Но все должны собраться в Мина, такая долина Мина, 8-й день месяца Дуль-Хиджа. Это сунна пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Но если в 8-й день Дуль-Хиджа он не ночевал человеку в Мине, долине Мина, то его хадж действителен. Но, однако, он теряет некую награду хаджа из сунан, то, что там нужно ночевать 8-й день Дуль-Хиджа. Приезжает человек, мусульманин, альхамдулиллах, наступил в Мекку до 8-го дня еще Дуль-Хиджа. Если он берет хаджу таматту, он совершает, хочет совершить и умру, и хадж. Если он летит на самолете, первое, что он пролетает, точка, которая называется микат. Микат – это та точка, откуда нужно делать намерение, чтобы совершить хадж. Если он летит в Джидду, то он в самолете пролетает точку микат и говорит слова, если он делает хадж таматту, «Лаббейк Аллахума умратан». «О Аллах, я перед тобой, чтобы совершить умру». «Лаббейк Аллахума умратан» проговаривает. Должен быть мужчина в одежде ихрам. Это две такие накидки, как два полотенца. Снизу одевается, завязывается, и сверху тоже накидывается. Так вот сверху такая некая, как в виде, как полотенце такое. Женщина, альхамдулиллах, они одевают одежду, обычно, как они одеваются, в хиджабе, и делают намерение. Если человек уже до этого за себя совершал хадж и едет за кого-то совершить хадж, то он говорит намерение «Лаббейк Аллахумма умратан», «О Аллах, я перед тобой, чтобы совершить умру», и добавляет «ан от» и называет имя там, или «ан аби», например, «от отца», или «ан умми», или «за мою маму». Если человек летит на хадж ифрат, ифрат что такое? Это хадж без умры. То он сразу же делает намерение «Лаббейк Аллахума хаджан», «О Аллах, я намереваюсь, чтобы совершить хадж». Прилетает, если он вначале летит в Медину, то он в храм не одевает. Почему? Потому что из Медины, при выезде из Медины в Мекку, есть другой микат, который называется Дуль-Хулейфа, там, где делал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, при выезде из Медины. Но мы разберем ту ситуацию, как будто он вначале прилетает в Джидду. Приземлился в аэропорт Джидды, альхамдулиллах, сел на автобус, поехал в Мекку. Примерно около 100-130 километров от аэропорта в сторону Мекки. Когда он только зашел в состояние храм, перед этим что? Сунна является сделать гусль. То есть взять полное омовение, постричь ногти, там, привести себя в порядок. Потому что когда человек уже зашел в намерение умру или хаджа, в этот момент, когда он находится в состоянии ихрама, ему запрещено следующее действие. Стричь ногти, там, бриться, духами мазаться, там, волосы дергать, растения какие-то дергать, убивать насекомых. Это все запрещено. Если он делает это осознанно, то на нем должна быть кафара. Кафара – это что? Именно или барашку зарезать как штраф, или 3 дня пропаститься в Мекке и 7 дней, когда вернешься, 10 дней, или накормить 10 бедняков. Также нельзя закрывать голову для мужчин, то есть нельзя одевать ни тюбетейку, ни шапку, нельзя одевать, что пятки должны быть открытыми, нельзя там ботинки одевать, аурат, то есть тоже все должно быть закрыто. Это 2 накидки всего лишь, 1 накидка снизу и сверху другая накидка. Из того, что сшито там из нитками нельзя одевать, нельзя сверху там одевать никакую рубашку, ни пиджак, ничего этого, все это запрещено. Можно, да, там накрыться каким-то одеялом, когда тебе холодно, но голову накрывать нельзя. И человек зашел в состояние храма и проговаривает слова тальбия. «Лаббейк Аллахумма лаббейк, лаббейк ла шарика лака лаббейк, иннал хамда ванни'амата лака валь мульк ла шарика лак». Часто это проговаривает. «Лаббейк Аллахумма лаббейк, о Аллах, я перед тобой, Аллах, я перед тобой. Лаббейк ла шарика лака лаббейк, я перед тобой, мой Господь, нету у тебя сотоварищей. Иннал хамда ванни'амата лак, поистине вся хвала и вся милость принадлежит тебе».
لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك إتيا برنجيسيا بلاس لا شريك لك لبيك и нету тебя сотоварищей ой перед тобой о Аллах Субханаху ва Тааля. И все это время, пока он не увидит Каабу, он читает это, проговорит тальбия. Хотелось бы здесь добавить, первый, кто зашел в Мекку со словами «Лаббейк, Аллахума Лаббейк», это Тумама ибн Уталь. Человек, который шел со стороны Наджда, то есть, если на сегодняшний день, со стороны Эр-Рияда, проходил мимо Медины и шел в сторону Мекки, чтобы совершить умру. Вы знаете то, что до исламский период язычники тоже совершали хадж и умру, но однако они предавали Аллаху Субхану ва Тааля со товарищей. Если они говорили «Лаббейк, Аллахума, лаббейк, лаббейк, ла шарика лака, илля хуа шарику лак». То есть говорили «О Аллах, у тебя нету сотоварища, кроме того сотоварища, который он твой». То есть предавали сотоварищи, такие были у них идолы, как «Аллат», «Аль-Узза», им поклонялись, делали некие ширкият. И когда он зашел в Медину, мусульмане его поймали, взяли плен, привязали его к столбу, и каждый раз пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, когда приближался к молитве, он был богатым человеком, отвечал за сельское хозяйство, можно сказать, как был министр сельского хозяйства на тот период, и вся вот это вот, все пшено, вся вот эта вот ячмень поступала от него в сторону Мекки, в сторону Медины, в сторону Мекки. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, проходил мимо него и спрашивал: «Маза индаки я Тумама?» «Что ты хочешь сказать, о Тумама?» На что он отвечал. То есть, опять же, у арабов было некое такое чужая, не было вот это, не было, было как некое такое, они были храбрыми, даже несмотря на то, что были язычниками. И он отвечал пророку Мухаммаду, саллаху алейхи ва саллям: «Я Мухаммад, о Мухаммад, ин каталтани фактуль за дамин». Говорит, если ты меня хочешь убить, то убей меня, пролив кровь. То есть, говорит, убей меня, уничтожь меня. Но если ты меня оставишь, то ты оставишь того, кто тебя щедро вознаградит. Все, что у меня попросишь, богатство, имущество я тебе дам. Пророк, саллаллаху алейхи, не обращал внимания, дальше проходил. На следующий день также «Мада андики Тумама?» «Что ты хочешь сказать Тумаме?» Такой же ответ на следующий день. И потом в один момент пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, сказал: «Отпустите его, пускай идет». То есть пророк, саллаллаху алейхи, просто отпустите. Тогда Тумама подошел: «Хочешь, деньги я тебе дам за то, что меня отпустил?» Пророк, саллаллаху алейхи, говорит: «Ничего мне не надо, иди». И тогда он ушел, вышел из Медины, взял полном овене гусель и вернулся к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал: «Ашхаду алла илляха илляллаху аннака расулуллах». Я свидетельствую, что нету Бога достойного поклонения, кроме тебя, то, что ты раб, и ты являешься рабом и посланником Аллаха. Принял ислам. И сказал: «Я Мухаммад». До этого самое то лицо, которое я ненавидел, было твое лицо. Религия, которую я ненавидел, была твоя религия. То есть и местность вот эта, где ты живешь, самая ненавистная по отношению ко мне была из местности. Но сейчас самое любимое лицо – твое лицо. Самая любимая религия для меня – твоя религия. Самая любимая местность для меня – это твоя местность. И он, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, обучил его, как совершать хадж, как правильно говорить тальбию. И он зашел в Мекку со словами «Лаббейк, Аллахума Лаббейк». И тогда увидели курайшиты и удивились: «Я Тумама, что случилось? Ты принял ислам?» Он сказал: «Да, я принял ислам». И первый, кто правильно зашел с «Лаббейка», с тальбией в Мекку. И тогда он сказал: «Я не буду вам отправлять пшено, не буду отправлять вам хлеб до тех пор, пока Мухаммад, саллаллаху алейхи, мне не даст добро». И опять же, посмотрите, милость пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, как Всевышний сказал: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Поистине мы тебя, Мухаммад, послали как милостью для миров. Несмотря на то, что там были его враги, он сказал: «Тумама, давай им, поставляй им еду», субханаллах, своим его же врагам. И когда у человека в храме заходит первое, что приезжает в гостиницу, оставляет там свои чемоданы, заходит в аль-харам, мечеть аль-харам, первое, что он делает, делает таваф. Кааба — черный камень, оттуда начинается таваф. Левой стороной поворачивается к Каабе. Мужчины по сунне открывают плечо, одно плечо открывают. Так он завязывает. Получается, это правое плечо. Поднимает руку, говорит: «Бисмилля, Аллаху Акбар». Поднимает руку, сторону, смотрит в сторону камня и начинает делать таваф. Если есть возможность поцеловать камень, это сунна. Но если давка, бывает часто из больших ошибок то, что люди хотят пройти и растолкать людей, поцеловать камень. Хотя поцеловать камень, такбиль, это сунна. А кого-то задеть, там, это уже харам человек на себя берет. Поэтому лучше просто сделать ишара, посмотреть в сторону хаджар аль-асвад, черный камень, поднять руку, сказать: «Бисмилля, Аллаху Акбар». Некоторые вот так вот делать, это тоже неправильно, не соответствует сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Посылать воздушный поцелуй черному камню — это неправильно.
Во время тавафа, уважаемые братья и сестры, я хотел бы на следующее обратить внимание. Часто бывает то, что люди ошибаются, ищут книжки, ага, что прочитать, мне нужно что читать и так далее. И вся концентрация идет у него на буквы, на что-то, надписи, он сбивается, при этом не присутствует его сердце во время тавафа. Я всегда всем говорю, паломник, уберите это все. С вами будет имам, иншаллах, там в компаниях они предоставляют имама, который объясняет и так далее. Просто пускай сердцем думать о своей жизни, о своих грехах, просить у Аллаха прощения. Во время тавафа нежелательно разговаривать, кроме как о чем-то важном. Должно быть омовение. То есть, если человек во время тавафа потерял омовение, он должен выйти, потому что таваф — это как, считается как намаз. Это и есть приветствие в мечети Аль-Харам. Должен выйти, заново взять омовение и начать с того места, откуда он остановился, продолжать делать таваф. Для мужчин сунна первые три круга бежать, то есть легким бегом бегать. Опять же, в чем заключается мудрость этого? Когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям с мусульманами зашли в Мекку из Медины, долго они устали, долго шли 400 километров от Медины в Мекку, даже если, несмотря на то, что они потеряли силы, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, видел, на горе стоят курайшиты, язычники. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, откройте правое плечо, пускай они увидят наши мускулы, и давайте покажем, что у нас еще силы остались, несмотря на то, что мы много прошли, и пробежим первые три круга. Сделали первые три круга. Потом проходишь черный камень, во время этого делаешь разные дуа, просишь за ахира, за вечность, за это, за все, что хочешь, просишь Аллаха субхану ва тааля. Когда доходишь до йеменского угла, рукнуль ямани, оттуда начинаешь делать дуа, который проходит в сунне, «Раббана атина фид дунья хасана, ва фил ахирати хасана, ва кина азабан нар». О наш Господь, дай нам в этой жизни все из благого, и в вечности все из благого, и спаси нас от наказания ада. Делаешь три круг, доходишь до черного камня, поднимаешь опять правую руку, говоришь «Бисмилля Аллаху Акбар» и пошел на второй круг. И так, аналогично этому, делаешь семь кругов. Когда седьмой круг подходишь, руку не поднимаешь уже, а просто выходишь, ничего не говоря, выходишь из тавафа. Таким самым таваф заканчивается. Таваф заканчивается, и когда смотришь на Каабу, ты, альхамдулиллах, твои грехи прощаются, ты приближаешься к Аллаху, субхану ва тааля, тебе оставляет дом со Всевышним Аллахи, субхану ва тааля.